понравилась мелодичностью и понравилась тем, что сейчас, наверное, редко встретишь у нас в песнях. Это сочетание слов и песни, и мелодии. Поскольку именно слова имеют какой-то смысл, и не просто поются в этой песне непонятно о чем, а каждое слово имеет определенный смысл и как-то мотивирует человека и поддерживает, я думаю, что даже в трудной жизненной ситуации человек, слушая эти песни, каждый человек, слушая эти песни, может найти для себя что-то особенное, что ему, естественно, будет его поддерживать в течение жизни, что ему очень понравится.